Продолжаются жаркие баталии 5-го фестиваля федеральных вузов страны. Сегодня на старт вышли мастрестлеры и вольники. А в бассейне Чулбон завершились все программы по плаванию. Сегодня пловцы показали результаты по 9 дисциплинам. Это личные первенства по всем стилям плавания. Кроль, брасс, баттерфляй, вольный стиль на дистанции 50 и 100 метров среди девушек и юношей. В упорной борьбе прошли две комплексные эстафеты, также на 50 и 100 метров. Студенты Северо-Восточного университета имени Максима Амосова в эстафете на 100 метров заняли третье место. По итогам двух соревновательных дней пока лидирует Дальневосточный федеральный университет. Общий итог станет известен сегодня вечером. Бассейн очень хороший, шикарный. Нам очень нравится. В Ростове такого нет. Нам очень нравятся эти соревнования. Организация очень хорошая. Я был до этого в Архангельске, еще был в Красноярске. Там точно такого же масштаба мероприятия. Но скажу, что здесь самая лучшая организация. Ну, как бы честно скажу, вот так вот. Видно то, что. Ну, кормят очень хорошо. И общаги, условия хорошие, тепло везде.